Мало кто из школьников знает подробности той страшной войны, из-за чего началась, когда закончилась и какой трагедией стала для многих людей. Специально к значимой дате сами ученики подготовили для своих одноклассников тематический урок мужества. Ребятам рассказали о военно-патриотическом объединении «Рейд». На уроке показали фотографии боевых действий в Афганистане и рассказали краткую биографию тех, кто видел войну своими глазами. Рядовой запас Охременков Юрий Владимирович был ранен, награжден за медалью за отвагу. На уроке присутствовал почетный гость, подполковник запаса, председатель Совета ветеранов Игорь Журавлев. Он подробно рассказал школьникам про саму Республику Афганистан, рассказал о жестокости душманов, о помощи местных жителей и о страшной бедности этой страны. Неуправляемое транспортное движение в центре Кабула, бурная река, подступающая к краю моста, вход в трехкилометровый туннель, пробитый между гор Саланг. Все это ребята увидели впервые. Для того, чтобы понять тот народ, нужно знать, как он живет. Поделился гость и личными воспоминаниями о жестокости той войны. Перед нами шли норвники, в 10 километрах перед нами. Попали в засаду. Сначала на фугасе подорвались, потом их расстреляли. На встрече один из учеников исполнил песню «Обычный автобус», как дань уважения гостю и еще один способ рассказать о том, как это было. И с девушкой рядом на заднем сиденье с тех пор уж никто не сидит. Урок оказался очень насыщенным и познавательным. Мне все очень понравилось, и я поняла, что это была настоящая история живых людей, и они все это прочувствовали на себе, и это было очень тяжело. Закончился урок благодарными словами в адрес гостя и маленькими презентами на память о встрече. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.